Покупали мы в этом в Радуге в свое время. Кстати, вот мама нам дарила, получается, вентиляторы. И один из вентиляторов, получается, сломанный. Мы их не трогали до момента, получается, стройки. И когда начали стройку делать, увидели, что вентилятор сломанный. Сейчас попытаюсь обменять это все дело. Не знаю, как получится. Посмотрим, порядочные, непорядочные люди попались. Потому что цена выше косаря, так что видно будет. Магазин, в котором покупали. Сейчас я зайду, молодого человека смущать не буду. Спрошу, менять не понимаю. Молодой человек нам предложил такой вариант, что поменять взаимозачетом, то есть тот вентилятор оставить, они его пошлют на проверку, а новый вентилятор с витрины, получается, сейчас нам дадут, который мы повесим. Получается, из этого вентилятора вся работа встала. Ребят, брали именно с подшипниковой, то есть не простые, вот видите, тут есть простые, втулковые. Мы брали подшипниковый, чтобы их не слышно было, и, соответственно, работа у него намного дольше, то есть на него гарантия больше. Вот. Сейчас посмотрим. Так что вот, видите, продавцы адекватные. Все меняется. Хотя прошло, получается, у нас лежало 2 месяца. Не трогали. То есть вот еще раз покажу этот магазин. Можете смело брать, приезжать, возвращает без проблем, то есть адекватные продавцы. Отправим к поставщикам, в принципе, поменяли точно такой же, только немножко там даже система улучшена. Тоже подшипниковый, классно. Еще заехал, получается, забежал в такой вот магазин. Также здесь находится. Возьму, Сафар сказал взять кабель 3,5 через под потолок, там вентилятор. И недорого, кстати, ребята, уходят. Вчера брал такой же провод, вышел на 666, это в Гудвине было. В Гудвине намного дороже. Здесь все-таки в Радуге подешевле. Молодой человек, у меня 10 метров от металлокабеля. Вот этот, в принципе, вентилятор. Там, получается, задняя вот эта лопасть, где крепится вентилятор, она просто оторвалась на том, сломалась. Слабо, видимо, было. И конструкцию поменяли, сделали по-другому. То есть ударил уже нового образца, то есть тут уже ничего не отломится. Вот так, все люди отдыхают. Покупают, у них стенды такие есть, в принципе, все наглядно видно. Классно. Ну что, ребят, могу сказать, Гудвин, наверное, в Перми самый, один из дорогих магазинов, там в Гудвине вообще делать нечего, то есть, если покупаете там в городе, то езжайте в Радугу цены намного дешевле, намного, ребят. То есть, в среднем у меня получилось, я сэкономил, то же самое купил, что вчера в Гудвине, на 300 рублей, вот. Из провода, да, и вот с этих мелочей, то есть я вообще в шоке, если честно.